Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Обязательную сертификацию счетчиков газа, тепла и электроэнергии введут в России. Процедура начнет действовать с сентября следующего года. Ее основная цель – уменьшить долю некачественной продукции на рынке. Как пишет российская газета, сейчас до 90% продающихся приборов учета являются серыми. В основном это низкокачественные китайские счетчики, которые не могут обеспечить точности показаний. Сертификация позволит россиянам покупать товары, в качестве которых они будут уверены, приводит издание слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. При этом в Минпромторге заверяют, что удорожание приборов учета не произойдет, либо оно будет совсем незначительным. Дайджест недвижимости. Долгострой на улице Горбуновой станет выше, чем планировалось ранее. Увеличение высотности здания с 17 до 20 этажей объясняют необходимостью ввести объект в эксплуатацию и таким образом решить проблемы дольщиков. Разрешение отклониться от ранее указанных параметров подписано главой администрации Александром Перескоковым, уточняет iKira.ru. Как сообщается, застройщик здания, компания АСГ «Бетон», нашла инвестора и намерена завершить работы на объекте до конца года. Сумма, необходимая на достройку дома по Горбуновой 31, составляет порядка 40 миллионов рублей. Дайджест недвижимости. Бесплатные консультации дизайнеров и специалистов строительных компаний организуют в Кирове в начале октября. 6 и 7 числа в областной филармонии пройдет традиционная выставка «Загородный дом». Ее посетители смогут побывать на презентации новых жилых комплексов, познакомиться с новинками материалов для загородного строительства и ландшафтного дизайна. На выставку приглашают всех желающих, вход свободный. Около 30 тысяч квартир и 3 тысячи комнат сдают посуточно в 15 крупных городах страны. Подсчеты сделал сервис объявлений Авито по запросу РБК «Недвижимость». Большая часть подобных вариантов, около 9 тысяч предложений, сосредоточена в Москве. На втором месте Петербург, на третьем – Казань. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.